Как есть хочется. О, черепной паук. Хотя бы его съем. Фу-фу, да тут одни кости. Что тут есть? То-то же. На солнце погреться не дадут. Как спать хочется. Лучше посплю. О, Кронг. Он, кажется, спит. А давай-ка над ним подшутим. И что? Это же зло. Ничего страшного. Мы ему сейчас подложим вот эти вот ягоды и посмотрим, что будет. Ты уверен, что так можно? А почему нельзя? Мы же просто пошутим. Ничего страшного. Ну давай. Ну если ты меня обманешь, я не буду с тобой дружить. Да ладно, не ной, никто не собирается тебя обманывать. Ну ладно, давай так и будь подружим. А как есть хочется. Даже сон не помог. О, ягоды, хоть их скушай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Живот! Мой животик! Нет! Пойду-ка я стражу джунглей. Он мне что-нибудь посоветует. Он тут сам у нас мудрый. Здравствуй, страж джунглей. Приветствую тебя, Кронг. Что тебя привело ко мне? Понимаешь, страж джунглей, я съел какие-то ягоды, и он теперь болит живот. Да? Нельзя есть ягоды, которые ты не знаешь. Я вообще плохо в них разбираюсь, я же спинозавр. Тем более нельзя есть то, чего не знаешь. А подскажи, а кто меня вылечит? Ну, дай подумать, кто же тебя может вылечить. Венера, она у нас не по тем делам. О, знаю! Конечно же, это Серпена. Змея Серпена? Ну, да. Та самая, которая всех лечит вокруг, наша целительница. Да, только к ней надо идти очень долго. А как мне идти, подскажи? К ней идти все прямо, пройти через весь наш лес, потом перебраться через реку, потом дойти до оврага. Когда ты дойдешь до оврага, поверни налево, иди прямо, и там ты увидишь ее нору. Спасибо, Сражник, я пошел. Конец первой серии, продолжение. Счастливого пути!